на этом же ринге очень серьезный соперник Энтони Виллис, соперник Виталия Кличко. Ну вот, его визитка. Пожалуй, можно сказать только о преимуществе в росте. Пока Виллиса мы еще с вами не видели в боях против наших братьев. Серьезный соперник, видите, защищался он надежно, ну, первые секунды раунда. Как-то дальше будет. Виталий не спешит. Ну, так не спеша, все-таки уже дважды пробивает защиту соперника. Изменил дистанцию, попытался Виллис ударить его по корпусу, нанести серию ударов, ну, а это... Этот обмен ударами ни к чему, арбитр разводит их. И вот в центре ринга Виталий уже наносит два удара в голову. И снова пробивает защиту. Да, видите, почуял, что соперник, ну, так, боковой защиты у него особо нет. Он концентрирует все, переносит акцент на защиту лица, так, фронтальную. А Виталий пробивает его уже и справа, и слева, и вот прямо. Ну, а прямой удар уже заставляет арбитра открывать счет. Все, американец может продолжить этот бой. Что, собственно, для него чревато неприятностями, это мы уже знаем. К этому привыкли. Хорошая привычка, да, мы с вами не ошиблись. Сможет еще продолжить или нет? И к тому, что соперники продолжают бой, наиболее выносливые, мы тоже уже привыкли. Хотя ничего хорошего это для них и не судит. Но это мужественные бойцы. Это звезды профессионального ринга. Ну и самая престижная, супер тяжелая весовая категория, в которой и разгораются самые яростные баталии, которые внимание всего боксерского мира приковано. Что сейчас? Может продолжать, да, видите? Довольно свежий вид, если так можно сказать. О человеке, который получил вот такие удары. Как внимательно и сосредоточенно ведет бой Виталий. Да, не просто вот при таком росте с таким соперником, который ниже тебя значительно, но тем не менее приноравливается всегда и Владимир, и Виталий. Вот сейчас Виталий серию точных ударов. Изменил темп и прошел удар правой, хороший удар. Мы еще повторе сможем смотреть, вот что очень хорошо в телевизионном показе, так это великолепные повторы различных боксерских комбинаций. Вряд ли вот сейчас уже, да, не продолжит американец бой. Энтони Виллис проиграл Виталию Кличко. Проиграл вообще-то достойно. Мы сами убедились в том, что держит удар Виллис. Мужественно держит и ведет бой. Ну, Фриц Дунек приветствует своего подопечного. А мы с вами смотрим еще и еще некоторые из великолепных серий ударов Виталия Кличко. Хорошо, это все. Еще раз посмотрим. Прямые удары, боковые. И вот финал. Победил Виталий Кличко. Бокстал Универсум Бокс Промоушен. Виталий Кличко!